Re, viss ēters ir te. Первый день дистанционного обучения. Система Э-класса уже не выдерживает наплыва учеников. Тем не менее, Центр содержания образования уже успел назвать эксперимент удавшимся, несмотря на трудности. Как этот день прошел у тех, кто учился, и у тех, кто учил, выясняла Евгения Копылова. Люда, вот она, та самая ошибка. И на телефоне тоже. На компьютере. Я думаю, что они это заметят, так как будут жалобы от родителей, и все будет хорошо. Но если эта ошибка не исправится к вечеру, нам ничего не задали. Однако учиться все же пришлось, так как утром, пока система еще исправно работала, мама восьмиклассника Миши успела распечатать часть материала. 6 страниц по математике и 2 по латышскому языку. На сегодня все уроки – это чтение и письменные задания. У нас будет в четверг конференция по ивриту, и я не знаю, что там будет происходить, на какой платформе, и подробности я не знаю. Но такой электронный подход к учебе Мише не по душе. Говорит, с большим удовольствием учился бы летом. Понял то, что учиться будет сложно на онлайн, потому что постоянно какие-то проблемы, краши Е-класса, и труднообъяснимые задания, потому что это не урок, и учитель не может подойти к тебе лично и что-то объяснить. У них тоже прибавились работы из-за Е-класса. А вот его двоюродный брат Филипп учиться летом не хочет ни в коем случае. Правда, и ему во время съемок войти в Е-класс так и не удалось. Нет, лучше сейчас, конечно, потому что лето – это я довольно много планов себе на лето поставил, да, и как-то их изменять я вообще не хотел. Конечно, понимаю, что все через Е-класс, но отправлять свои фотки, как ты работаешь, например, учителю, это довольно, не знаю, как это будет происходить, но я думаю, в дальнейшем узнаю. И я такое не ожидал вообще. Я думал, что я завтра приду в школу, я даже не сразу привык к этому. Я всегда у меня было на душе чувство того, что надо сейчас подготовиться к школе. При этом ни Филипп, ни его друзья не думали, что коронавирус затронет и их жизни. Это довольно весомая тема, потому что мы сначала с этого довольно сильно угорали, можно так сказать. Восприняли это не всерьез. Мы думали, что до нас это не дойдет. Сейчас это объявили пандемией. А сейчас мы с этого расстроены, потому что многим, в том числе мне, не разрешают гулять. Тем не менее, удаленное обучение – новинка не только для школьников. Всю неделю весенних каникул, пока ученики отдыхали, учителя работали и искали решение, как обеспечить учебу из дома. Сейчас я нахожусь в своей комнате. Мои мальчики учатся у себя в комнате, я работаю у себя. Кровать превратилась в рабочую комнату с компьютером и складным столом. Мы разделили учебу, и сегодня у 8-го класса только математика и экономика. Есть и те, кто по привычке работает из школы, только класс перед учителем пустой. Перепланировали некоторым классам темы, чтобы им самим легче было освоить материал. Например, в 11-м классе сейчас должны были изучать тригонометрию, но для индивидуального обучения это слишком сложная тема. Так что мы поменяли тему. Удаленный режим будет тестироваться 2 недели. Если что-то пойдет не так, обучение могут остановить и продлить учебный год. Евгения Копылова, Увис Бурьянц, Латвийское телевидение.